Твит-вопрос. Если предложат вечную жизнь, какой возраст выберете? Я бы выбрала мой сегодняшний возраст. Серьезно? Вот бы всем вместе свалить из этого дурацкого городка. Что у тебя спрашивала полиция? Интересовались, не говорила ли Кэти о побеге. Смотрите. Последний сайт, на который она заходила. Слендермен выбирает в жертву молодых людей. Что это? По-моему, это шанс вернуть Кэти. Тот, кто трижды услышит звон, получит его приглашение. Услышишь в первый раз? Закрой глаза. Кэти! Можно смотреть только на третий раз. Он проникает в голову, как вирус. Одних он забирает, других сводит с ума. Кто его увидит, никогда не сможет забыть. Нет, кто это? Слендермен.